Всем привет, дорогие зрители! Сегодня я приехал в район Чикчили в очень хороший люкс-проект, который был сдан в 2015 году. Тут продается трехкомнатная квартира 2 плюс 1, квадратных метров 115 брутто, нетто 107 квадратных метров. Продается обставленная за очень хорошую цену, так как это считается элитный район, верхняя часть именно Алании. Тут с квартиры очень хороший вид. Здесь присутствует вся инфраструктура от парикмахерской до массажной. У массажного салона есть свой хозяин. Как быстренько отсниму айдат у этого проекта. 430 лет. Состоит из 9 блоков. Называется проект Another World. Другой мир. Реально, здесь другой мир. Охрана. 724 видеонаблюдения. Открытая парковка. Все присутствует. Постараюсь все отснять. Очень просторная территория. Проект сдан 2015 год. На каждом этаже цокольные, два этажа инфраструктура и крытая парковка. Вот здесь есть выход. В ту сторону продолжается. Там два блока. Расстояние отсюда до моря сам отмерял. Пешей ходьбы 30 минут, 33-4 минут. 2700 метров. Вот блоки D, E, F, I, G, K. Квартиры продаются у нас в блоке К. Здесь вот такая крытая парковка под каждым зданием. Машину можете везде оставить. Здесь машина обязательно. Лифт все работает. Покажем. Можно также подняться в инфраструктуру. Вот такое зеркальце. Это я, мистер Агаси. И здесь у нас вот такая просторная инфраструктура, лобби, детская комната. Из-за пандемии некоторые не функционируют. Вот здесь такая детская комната. Посмотрим, открыта или закрыта, да? Везде закрыта. Просторная детская комната. Здесь тоже закрыта. Бильярдный стол есть. Фитнес. Комната аэробики. В этой стороне у нас, ну, я там потом отсниму, пройдемся. Парикмахерская работает, функционирует. Также есть спа-центр тут. Массаж платный, остальное все бесплатно для жителей. Вот такое здесь просторное парикмахерское. Внутрь не буду заходить, там клиенты. Там у нас присутствует хамам турецкий, сауна и римская парная, и массажная комната. Здесь у нас санузлы. Здесь ресепшн. Ага, вот наш крытый бассейн. Я здесь уже был. Массаж, парилка, кайфовал с друзьями. Вот такой бассейн круглый. Зимой я приходил сюда. Здесь, значит, у нас зона отдыха, мини-кафе, можно отмечать день рождения. В этой стороне гольф, мини-гольф. Вот. Теперь мы поднимемся на верхний этаж, куда я пришел оттуда. Очень просторный проект. Поднимусь пешком. Вот наш просторный бассейн, также такой сад. Наверху у нас три бассейна с горками.
водопады включается днем, 12 часов. Такой детский бассейн и просторный первый большой бассейн. Остальное наверху. Там есть также кафе. Вот наш фитнес-зал. Там тоже был фитнес. И здесь еще фитнес есть. Оборудование, надеюсь, видите. Поднимемся к горкам. Очень просторная территория. Такие вот красивые цветочки. Даже есть здесь баскетбольная площадка, теннисный корт. Детская игровая площадка. Вот бассейн. Вот еще один бассейн. Там мостик. Шезлонги, зонтики, все присутствует. Здесь также есть еще один теннисный стол. И для спорта мешок. Тут еще присутствует теннисный стол и бильярдный стол в той стороне. И еще присутствует у нас такая вот киска. Мяу! Кучу-кучу-кучу. Для детей класс-класс. Так. Мне уже жарко, я вспотел. Хочу показать всю инфраструктуру. Там оттуда есть и выход также. Вот такие горки тут. И на верхнем этаже еще есть бассейн. Поднимусь туда. Вот баскетбольная площадка, теннисный корт. В той стороне генератор присутствует. Зона беседки, зона барбекю, все есть. Вот такая здесь детская игровая площадка. Поднимемся еще один этаж вверх. Так, вот еще один бассейн. Вид на Алань отсюда, море видно. Вид на горы. Вроде будет дождик. Это очень важно сейчас в Турции, так как пожары уже почти, вроде говорят, потушили, но ожидает дождик. Дай бог, иншаллах, будет дождик. И пожары все потухнут. Сейчас каждый только думает об этом. Так, пройдемся мы в блок К. Такое здание. В этом блоке что-то сегодня лифт завис, так как завозили там технику. Придут починить, мне сказали. Мне придется, дорогие зрители, подниматься пешком. Вот. Поднялся я на 5-й этаж. На этаже 5 квартир. Одна там, одна с правой стороны. Одна посередине и две квартиры тут. Здесь у нас пожарный выход. Так, это наша квартира. Вот, вошли мы в квартиру. Вот такая просторная прихожая тут. Отсниму прихожую. Вот такая качественная мебель. Качественный ремонт. Такая вот прихожая. Здесь у нас санузел. Вот такой санузел. Здесь у нас консоль. Хозяйка сказала, что заберет консоль, зеркало и люстры. Это как бы ей подарок. Вот такая у нас спальня просторная. Вся мебель остальная остается в квартире. Вот
такой шкаф. И также из этой комнаты есть выход на балкон. В квартире два балкона. Шумоизоляция хорошая, тихий, спокойный район, свежий воздух постоянно, так как находится высоко. Вот. Вид на горы. Здесь вид никогда не закроется. И вот вид на Аланию. Это район Оба, Джумурет, море видно. Также вид никогда не закроется. Вот сейчас прохладный ветер дует. Замечаете по дереву. Ох, ну, с одной стороны, плохо, что есть ветер, так как пожары еще больше увеличиваются. Так. Пройдемтесь мы в гостиную. Нет, я в конце зайду в гостиную. Сперва сниму хозяйскую спальню. Вот такой полутяной шкаф. Здесь у нас душевая и хозяйская спальня. Такая мебель. Освещение снизу. И вот эту люстру, и те люстры хозяйка забирает. Вот наш кондиционер. Не смог уговорить ее. Говорит, люстра моей, консоль и зеркало. Вот вид со спальни. Также вид на горы. Ляпота, красота. Это тоже забирает. Крутится. Теперь гостиная комната, совмещенная с кухней. Просторная гостиная комната. Вот те люстры, которые она заберет. И вдобавок, она хочет забрать этот телевизор. Заберет, сказала. Кондиционер Ачелик 18000 БТУ. Бытовая техника новая. Такой стол. Дерево, кажется. Ламинат, не понял. Так, столешница у нас гранит. Стиральная машинка А3+, фирмы Арчелик. Плита у нас комфорка, видите, хорошая комфорка. Фирма Арчелик, вытяжка Арчелик. И вот такая дверь. Качественная. Выйдем теперь на просторный балкон этой квартиры и подведем итоги. Одену я тапочки. Вот такой просторный балкон. Эта сторона у нас восточная, и та сторона южная. Вид на горы. Вид на море. Хочу подвести итог о этой квартире. Проект был сдан в 2015 году, состоит из 9 блоков. Инфраструктуру всю вы увидели, я постарался показать. Квартира находится на 5 этаже 8-этажного проекта. Пардон. Продается с мебелью и бытовой техникой. Только хозяйка сказала, что заберет консоль, зеркало, люстры и телевизор Арчелик. Я попытался ее говорить, не получается, дорогие зрители. Что поделать? Два балкона, два санузла, две спальни и одна гостиная, совмещенная с кухней. Цена этой квартиры 121 тысяч евро. Айдат 430 лир в месяц. Желаю всем радости, добра, здоровья, процветания в жизни. Не болеть этим вирусом.
С вами был Агаси из Солнечного Ани. Всем пока-пока.